святыни земли нашей, разориша обитель яко узилище темничное содеяша храм Божий скверное и позоришное место обратиша и кровь христианскую в них пролияша всего ради упустошишися сердца нечестивы и животы гаду приближишася и ныне и присно и во веки веков. Из рова погибели, врачу наши греховные язвы, Пресвятая Мать и Деву, да не усужденно сподобимся присно, прославляйте новомученики Сына Твоего и Бога нашего. Премудрость просит, придите поклонить, Святый си Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, привет, верю, терпение, любви, терпение, извиняюсь.
стернанием, страданием, яко вами быша, в Антохи, Виконее, и в Лестык, и я, якова, и знания приял, и от всех меня избавил есть Господь, и всех же хотящих благочестно жить, о Христе Иисусе они ми будут. Мирте. И духови твоему. Премудрость. Аллилуйя, 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 ласы сны, придите, возрадуемся, Господи, воскликнем Бога, Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Предварим лице Его в исповедании, во псалме, воскликнем Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ваша правдивость будет слышащая от всех кровей избавит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просил, слышимся того Евангелия. Мир усердному. От Луки святого Евангелия чтением. Рече Господь притчу сию. Человека два в недостав церковь помолитесе. Един фарисей, а другий мытарь. Фарисей же став сице в себе молящуся. Боже, хвалу тебе воздаю. Яко низма, яко же прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или яко же сей мытарь, пощуся двакрати в субботу, десятину даю всего и лико притяжу. Мытарь же издалеча стоя, и не хотяше ни очию возвести на небо, но бияше перси своя глаголя Боже, милостив буди мне грешнику, глаголю вам, яко сниди сей оправдан дом свой паче она, яко всяк возносяйся смириться, смиряй же себе, вознесется. Рече Господь своим учеником, внемлите от человек, возложат на вы руки своя, и изженут предающие на сонмище и темнице, ведомых царем и владыкам имени мое ради. Прилучиться же вам во свидетельство, положите убо на сердцах ваших, не прежде поучайтесь отвещавати, азбо дам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противитеся, или отвещати все противляющиеся вам. Предани же будете и родители, и братию, и родом, и други, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех имени моего ради, и власть главы вашей не погибнет, в терпении вашем стяжите душа ваша. Тебе, Боже наш, слава тебе. Рецем сесе души, все помышления наши горце. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий Отец наших, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши. И помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, и Господине нашем, высокопресвященнейшем митрополите Анне, и все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Боге, храним и стране нашей, Христолюбивых властях и воинстве я,
да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священниц и священномонасях, и всем во Христе, братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных, преснопамятных, святейших, патриарсих, православных и благочестивых создателей святого храма сего, и всех прежепольчивших от всяких братьев, здележащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышите согласно моления нашей молитве, и помилуйте работу их Высокопресвященнейшего Инофана митрополита Тучинского Брославского, Высокопресвященнейшего Владимира митрополита Почаевского, Сбоконимой братья Святого Успенского Почаевской Лавры, Пресвященного Дненописка Манченко, Пресвященного Дненописка Луховского, Архимандрита Павла, братья Витая Накинтия, братья Игумени Сергия, сестрами Игумени Сергия, сестрами, братья Виктора, Любовь, братья Иоанна, Анучанами, братья Петра, Анну, Сучанами, братья Владимира, Александру, Сучанами, Архимандрита Николая, Архимандрита Алексея, Архимандрита Алексея, Игумена Ларинития, Игумени Калифини, сестрами Алексея, Архимандрита Сысоя, братья Виктора, 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 Андрея, Татьяна, Чана, Протерия, Петра, Виктория, Ярослава, Евгения, Елены, Максима, Михаила, Евгения, Владимира, Надежда, Елена, Ярослава, София, Надежда, Ирина, Вячеслава, Маненца, Василия, Алиса, Маненца, Евляния, Анастасия, Дарья, Елена, Виктория, Надежда, Вячеслава, Митина, Николай, Клавдия, Игорь, Маненца, Ольги. И всех зенонепоминаемых братьев, приходящих так и храма сего благодетелей, жертвителей, возлюбителей сего храма благодати и щедроты, им исполнитесь опрошения их и проститимся совершения вольно-невольно. Обрядными же быть и мольбами милостями их преприсловившихся Твоего и покрытию дракинимых и невидимых. Вот всякие напасти, беды и скорби, и дугу избавить, и подать и здравие, злодеем сердцем все, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святым тетесным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, пожидающий тебе великой богатой милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу Богу нашему, еже все раз при раздоре, разделении, вражду и злобу все конечно державе нашей истребите, тишину же народу нашему даровать и миром отделенным нас оградите. Рецем все, Господи, услыши милостью, но помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милость и человеколюбец Бог, если тебе славу воссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри милости Твоим оком на скорбь и многоболезненные вопли чад Твоих в земле украинской сущих. Избави люди Твои от межусобной брани, удали кровопролития, отврати належащие беды, лишенные крови, дом и алчущие напитай, плачущие, утеши разделенные совокупи. Не остави стадо свое сродних своих, возлобления сущих, умолитесь, оно скоро примирение к ущедр даруй, в ожесточенных сердцами мягчи Твое познание, брати, мир церкви, Твои верным чадом я подач, да единым сердцем единым сты прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Помилуй нас, Боже, во лице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, помилуй. Еще молимся о покаянии душ усопших рабов Божьих, патриарха Алексея Второго, митрополита Владимира, митрополита Макария, митрополита Никодима, митрополита Яна, митрополита Зосима, митрополита Сергея, патриарха Алексея Второго, Владимира, Владимира Соколенника, Степана Владимировна, Отца Вячеслава, Сада Тианы, Младенца Любови, Трубица Анастасия Елены, Михаила Людмилы, Николая, Галина, Яна, Наталья Васильевна, Трубица Ольги, Марфа, Мария, Анатолия и всех за непоминаемых, всех опекал, сопротивцы, братья наши, православных христиан, и же просить им всякого прирешения вольному или невольному. Еще Ище молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших, их же имена Ты сам, Господи, веси. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог очень души, где же праведни покаяются. Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божьей, Царство Небес, созрение греху и Христа бессмертно царя было нашего. Просим. Благодарю, Господи. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко ты есть воскресенье, жен Бога и сопших, храб твоих, сети напоминаем о Христе Божьем, наше бесславу высылаем, что безначально твоим мостями, пресвятым благим, притворящим твоим духом. Ныне и присно, и во веки веков. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим во дни лихолетия безвинно убиенным страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим, их же имена Ты сам, Господи, весим и сотворим вечную Oh.
Господина Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего блаженнейшего внука митрополита Киевской и всей Украины, и Господина нашего высокого пресвященнейшего Иоанна митрополита Херсонского и Таврического, да поменит Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно, в веки веков, высокого пресвященнейшего митрополита архиепископа и епископы, Весвященский монашеский диаконский чин исприча церковный, братья прихожанного храма, сего благодетелей, жертвователей, возрителей сего храма, вас поющих и вас предстоящих, и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Гори на сердце.